Паша, что пришла домой, разгрузила свою машину от покупок. Сделала отдельное видео, сколько я покупок сегодня сделала в этом... Где? В пабликсе. Опять купи одну, вторую бесплатно. Нагреблась опять всего. Хочу показать, сегодня у нас жара неимоверная. Вот что значит, конечно, середина августа. У нас на градуснике на русском, ну, в смысле на русском, в смысле по Цельсию 36. И по Фаренгейту почти 98. Ну, по радио говорят 97. Ну, наверное, у нас тут жарковато от меня, от того, что мне так жарко. Я пока тудым сиду. Так, сейчас буду делать котлетки. Так, фарш у меня готов. Вернее, фарш я купила. Сюда я перемолола две картошинки небольших и большую, такую большую толстую луковицу. Посыпала солью, посыпала перцем, два яйца. И сюда добавлю стакан молока. Вот, наверное, все. И еще я разделю часть котлет, сделаю, попробую все-таки с сыром по рецепту Марины и Карлоса. Но вторую часть, вдруг сыну не понравится, вторую часть я сделаю вот как обычно я делаю. Вот так, просто вот обваляю в муке и поджарю. Вот котлетки у меня уже готовы практически. Чем плохая белая сковородка, то что мука, вот я обваливаю котлеты в муке, и мука выгорает, и получается вот такой некрасивый как блин. Если бы она была на черной сковородке, этого бы не было видно, котлетки были бы синтетичны. И вот так как я когда наливаю много масла наливаю, я потом на тарелочку обязательно, когда выкладываю котлетки, я на тарелочку бросаю вот такое полотенечко бумажное, и она всасывает лишний жир. Ну вот и все. Приятного аппетита. Так, ну вот все, готово, пошла кушать. Это моя порция. Я сегодня вообще ничего не ела. С утра выпила чашку кофе, сейчас уже 4:01. Вот я съем котлетку, пюрешечки. Так, наперчила сильно. И вообще, в последнее время я не могу жить без лука. Я этот лук поедаю просто вот головками. Вроде не весна. Не знаю, честно, мне на перец пробило. Вон какая вся черная картошка, посыпана перцем. Не знаю, что со мной случилось. Ладно, приятного аппетита. Пока-пока.